В нашей стране набирает обороты такое направление активного отдыха, как лазертаг, что переводится как «лазерный бой». С недавнего времени лазертаг признали видом спорта, и теперь официально проводятся соревнования. На одном из таких лазерных сражений побывала и наша съемочная группа. Местом проведения лазерного боя был выбран Северный парк. Перед началом сражения участников этого нового необычного соревнования поприветствовали его организаторы – Федерация лазертага России в Красноярском крае, Центр патриотического воспитания молодежи имени Трошева и Управление по делам молодежи. Сегодня мы впервые действительно в Славянском районе встречаем такие замечательные соревнования. Хочу сказать спасибо огромное организаторам за возможность ребятам поучаствовать сегодня в муниципальном этапе и победителям выйти на краевой уровень. Поэтому всем сегодня желаю хорошего настроения, командной игры и лучшие пусть победят. Перед началом соревнований организаторы турнира провели инструктаж по технике безопасности, познакомились с правилами игры и с оружием, которое они будут использовать. Для игры в лазертаг нужно собрать команду игроков. Игра может вестись на любой площадке, как в закрытом помещении, так и на свежем воздухе. Главное для игры в лазертаг – это винтовка, которая стреляет абсолютно безопасными для здоровья инфракрасными лучами. Эти лучи воспринимают устройство с датчиками поражения, фиксирующими попадание. Надевается оно на голову или тело. Существует два базовых типа игровых ситуации: захват контрольных точек и команда на команду. Количество игроков в команде 5 человек. Задача — выполнить задание и не потерять своих бойцов. Вид спорта активный, представляет из себя задачи по военно-тактическому, военно-спортивному решению проблем. То есть необходимо деактивировать противника с помощью специального устройства тайгера непосредственно стрельбой и захватить контрольные точки, базы на территории. Раунды быстрые, развивает скорость, развивает маневренность, принятие решений в трудной ситуации. По нашим наблюдениям, дети очень довольны и рады новому виду спорта. В Славянском районе был проведен отборочный этап краевых соревнований по спортивному лазерному бою. Участники соревновались в лазерном бою 5 на 5, где каждый показал свою ловкость, меткость и командную тактику. Всего в турнире приняло участие более 80 человек в трех возрастных категориях – от 11 до 17 лет. Всем участникам соревнований были вручены грамоты, а также медали командам, занявшим первое, второе и третье места.